28 мая в Симферополе состоится благотворительный проект «Один день праздника» для детей из крымских школ-интернатов. День наполнен радостью, позитивными эмоциями и приятными сюрпризами. Ты можешь стать частью этого праздника, придя в детский парк с 12 до 16.00. Чтобы поиграть с детьми, подарить им игрушки и тепло своего сердца. Твори добро!